Подземелье пропустили. Этот мой. Вы кругом обойдите. Черт, это же Уоррен. Держи, подлечись. Прощай, друг. Нам пора, Марлин. Наверняка еще на солдат нарвемся. Точно. Идем. Уже недалеко. Скорее сюда. Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Я покажу. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Джоэл, помоги мне. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Отпусти! Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду.
Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подписываю. Я Элли. Пойду. Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Ого. Я слышала стрельбу. Что случилось? Цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Ты же профи. Я просто иду за тобой. Сюда. Поживей. Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту.
деле таскаете? Да. Типа контрабанду? Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава ЦКАД подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично! Супер. Пришли. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Часы разбились. Не-не. Куда? Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмары. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще ты нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин? Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на Безрывье... У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. Идем. Кто нас будет встречать? Она сказала, несколько цикад из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Стойте! Впереди патруль. Ну все. Ушли, вылезайте. Давай, Элли.
Осторожнее. Дочь, конечно, не радует. Охренеть. Я за кордоном. Вот сюда. Так, без глупостей. Но... Вставайте на колени. Сканирую, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Дай сбежать. Но я хорошо заплатил. Заткнись. Как все задолбало. Угу. Скоро они. Пара минут. Простите! Нихрена ж. Я и не думала, что вы их убьете. Смотри. Охренеть. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели. Клянусь. Зачем вас подставлять? Я тебе не верю. Черт. Тесс, беги. Беги! Вставай, бежим, бежим! Твою ж мать! У меня 2 трупа. Повторяю, в 12-м секторе 2 убитых. Срочно требуется подкрепление. Мы же с ними только что говорили. Черт! Теперь их столько набежим. Соберись, Элли. Бежим по моему сигналу. По сигналу. Ясно. Бегом. Бегом, бегом!
Элли, еще одна пробежка. Готова? Готова. Черт подери, сколько солдат. Солдаты, вон там. Да вижу, вижу. Похоже, прорвали. Проверить траншеи. Не лезьте. Черта не вижу. Они точно побежали сюда. Прыгнись, а то заметят. Ну, Эдди, зачем? Тихо. А что впереди? Пока ничего. Нас пока не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Слишком много. Я тебя Жизнь. Найду. Блин, они совсем рядом. Ладно. Черт.
Отсюда только два пути. Сюда. Пойди сюда. Посмотри там. Я так понимаю, ты можешь по-плохому. Уходи! Отпусти его! Сейчас же! Они совсем рядом. Ладно. Come on!
Не хочешь мне помочь?